От венецианского острова Джудека одна за другой отплывают гондолы и моторные лодки. Однако этих пассажиров ждет недолгое путешествие. Все они направляются к плавучему кинотеатру. Здесь можно посмотреть фильм, качаясь в гондоле, а можно подняться на плавучую платформу и занять зрительское место. До наступления темноты есть возможность со стороны полюбоваться красотами Венеции. С заходом солнца начинается показ. Такое развлечение посреди лагуны организовали в рамках фестиваля «Плавучий кинотеатр. Неизвестные воды». Он продлится до 10 сентября. Мероприятие проходит третий год подряд. А на другом острове Венецианской лагуны, Лидо, по традиции каждый сентябрь проводится Венецианский кинофестиваль, старейший в мире. Впервые он прошел в 1934 году. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.